рассуждая на самом деле о войнах, я вот тоже об этом все думаю, да, как вот прекратить войны. Мне кажется, вот такая утопическая идея у меня есть. Если люди научатся истинные чувства отличать от ложных, да, и, наверное, тогда не будет никаких войн, но это утопия, к сожалению. Потому что люди слишком уж погружены в телесные и в земные заботы. Тем не менее, к этому надо стремиться. А песни «Я о любви» буду петь. Две песни. Первая называется «Сорванцы». Голосом, сердцем трепетным.
истина в этом свет. Откровение, вдохновение и на главный вопрос ответ. И на главный вопрос ответ. Очищающий перст любви твоей гладит нежно всего меня. Ты прости за то, что в потоке смут ошибался тебя.